Эй, Дэвид, тебя братья ждут. Форма на вечер у тебя? Форма у меня. Не подведи нас с формой. Вы про нашу форму? Форма у меня. 3 недели назад ты говорил тоже. Все нормально с формой! Ну все, отлично. Дэвид Возник. 20 лет назад вы сдавали сперму в клинике репродукции под именем Чудо-бык. Случилась накладка, вашу сперму стали использовать для всех женщин. Что? Вы биологический отец 533 детей. Они судятся с клиникой, чтобы узнать, кто их отец. Yo no soy David Wozniak. David STN Mexico. Это дело очень-очень запутанное. Подыскать настоящего адвоката? Настоящего тебе не потянуть. Здесь подробные данные на твоих детишек. Не вздумай открывать. Я сделал глупость. Открыл конверт, достал анкету. Зря, но я... Зря не то слово. Я актер, которого не отпускают на пробы, что изменит всю мою жизнь. Давай подменю тебя. Да кто ты такой вообще? Тот, кто умеет варить кофе. Я не это заказывал. Зато бесплатно. Мир желает знать, кто такой Чудо-бык. Это может стать самым счастливым событием в жизни. У тебя не хватит сил быть отцом. Папа. Ладно, перестань. Я хочу навести порядок в жизни. Это порядок, по-твоему? Как бы поступил на моем месте нормальный человек? А нормальный на твоем месте не оказался бы. Дэвид, оставь в покое детей. Может, первый раз в жизни я поступаю правильно. За ними нужно присмотреть. Такси! Такси! Такси, сюда, такси, мигом! Такси! Им нужен ангел-хранитель. Эй, крошка! Я не понял, парень, тебе что, зубы жмут? Когда ты их защищаешь, ты ходишь в маске? Я сказал не супергерой, а ангел-хранитель. Каждый из нас мечтает найти отца. Мой клиент имеет право на анонимность. Я лишь хочу сказать, мы победили, Дэвид? Нет! Дэвид? Это кто? Мой любовник. Я тебя люблю, Дэвид. Снежная королева, хочешь сосульку? Сосульку, говоришь? Да. Ты ее лишишься! Не надо.